Всем привет! Ну что ж, с вами я, Даша Милки, и это продолжение. Никто не просил, но просмотров было довольно много для моего канала, так что погнали. Мы закончили на том, что мы пришли к пещере Голема. Давайте, а как прочитать еще раз? Пещера Голема или Голема, но вообще все в основном говорят Голем. Ну что ж, поехали! О, мамочка, черепаший Голем. Какая страхотень-то, медведя надо освободить. А что мне на медведя 4 раза показали? Я думал, это 4 разных медведя. Как его ударить? Бить, наверное, да? А, за что так больно-то ты меня отбил? Как так? Давайте я жизнь соберу и его пойду ударю. О, за что ты такой? Говнюк. Ты понял, нужно ударить 3 раза, да? О, я не успела, как так? Вот я лошара. Ай, за что? Да не лошара я, не лошара. Все, успокойся. Все. Нет? Да, все. Короче, берем ключик и относим. А, так. Секунд. Продолжение следует, да? Ладно. Мы спасли его брата. Ну, нашего брата, как бы. Так, отсюда можно выпрыгнуть? Мы спецагенты. Нас тут уже встречают. Иди ты. Варенье. Ай. А, нет, я думала, здесь можно этого. Ну, короче. Ребят, у нас уже есть, по-моему, 4 освобожденных медведя. Мы сейчас попробуем вернуться в этот менюшку. А, здесь нельзя вернуться в менюшку. Значит, сделаем сейчас. Вернуться в центр, да. Ребята, мы с вами, мы разблокировали Снежную долину, ребята. Я вчера, короче, когда уже закончила запись, я решила пойти посмотреть, сколько нужно для Снежной долины. Так вот, для Снежной долины надо как раз-таки 4 медведя. Погнали. А это где? Это вот там. А как мы туда дойдем? Вот, кстати, смотрите, это те медведи, которых мы спасли. Они ходят здесь в менюшке. Нужно 4 медведя, чтобы разблокировать... Ой, нужно 18 медведей, чтобы разблокировать какого-то чела. Так. А, ой. Вон. Так. А, так как туда добраться? Туда можно очень сложно добраться, видимо, да? Так, стоп, окей. А, вон, всё, пон. Я пон. Пон, да. А, это, кажется, Снежная долина, да? Смотрите, давайте посмотрим здесь, что здесь у нас. Смотрите, замороженная какая-то фигня. У меня это что-то замороженное. Домик, давайте его зайдем. О, тут домик уже поуютнее, я вам скажу. Так, потому что в прошлом домике они мне не очень нравились. Нет, лучше бы вода, чем это сказать, лед. Мне не нравится сказать, лед. А вот тут вода. Круто. Давайте попробуем выпнуть мяч из пещеры. Получилось! Оп. Так, ладно. Хватит с нас этого всего. Пойдемте же уже скорее в Снежную долину. Вперед. Короче, как вы поняли, некоторые пингвины северные олени, которые здесь живут, не были заряжены. Поговори с ними, чтобы собрать информацию об окрестностях. Так, остерегайся монстров, купающихся под снегом. Оставайся на платформе, чтобы не раздражать их. Говорят, что по ночам оттуда слышны крики. Ой, трэш. Страшно, капец. Ладно, о, олень. Механизм испытки плюс остановить пил невозможно. Ай-яй-яй. А зачем мы это делаем? Типа... Чтобы просто брать монеты? Или мы куда-то попали? Нет, ребят, мы просто потратили жизнь никуда. Круто. Ну вот тут валяется жизнь, пойдем все подберем. Не наступай на снег. Ай! Дичь какая. Мамочка, родная! Капец. Как? А нет, все нормально. А нам надо как-то туда, да, попасть? Давайте жизнь соберем. И там вроде у этих есть жизнь. Пингвиненок бедный. Вы заряженный, нет? Ой, нет. Давай поговорим. Если ты встречаешь короля оленей, постарайся собрать... А, постарайся набрать высоту, чтобы прыгнуть на его голову. Понятно. Спасибо за подсказку, я думаю, нам это потом поможет. Так. Какие мы крутые. Ладно, короче, зайдём сюда. Ну, о! Я обычно проверяю домики, там всегда пусто. Тут заходим и встречаем нас, блин, было неожиданно, честно. Кстати, если вы не знаете, то можно не обязательно спасать медведей, как бы, да? Ну, вот именно на этой локации можно спасти еще медведей на пол, потому что я, насколько помню, мы спасли не всех медведей. Нам еще надо где-то 4 можно было спасти, да, но мы их не спасли. Ах! Тыш. А, за что? На тебе!
Я по жизни вот так не веришь ты, если не веришь, то поверь. Я буду яка, я буду така. Вы видели? Охренеть. Знаете, я лучше пойду вот здесь. А, так это одно и то же, да? Это что за выкрутасы такие? Мне вообще не понравилось. Я, конечно, прикольно. Анимация, но... Так. Мне надо подать на врага. Откручиваем ему бошку. Оп. Оп. О, так ты... Ты добрый медведь. Ой, так я укрываю. Это слишком опасно. Да вон, у тебя тут заражённые ходят. Что? Ой. А я не знала, так нечестно. Дайте мне жизнь. Кто знал-то? Да что так нельзя? Никто не знал, мне никто не сказал. Так что дайте жизнь. Чтобы написать, дайте вообще 4 раз. Вау, какая крутая. Есть только к тебе, девочка, вот это один вопрос, это девочка. Да за шо? Нет. Ну, я сердечко заберу, дальше продолжим, окей? Так. В одной из игл, а тут... Так. А мы туда почему пошли дальше-то? Не знаю, вот именно, что я тоже не знаю. Мы с тобой еще поговорим, пожалуйста, да? Привет, как тебя спасти? Ты не знаешь? Не знаешь. Ладно? Ладно, мы все равно прилетели туда, куда нам нужно было. Это к иглу, потому что нам говорят, что ключ одной из иглу. Я не знаю, какой именно иглу в домике в таком. То есть домики именно на спавне. Или не на спавне, поэтому мы сейчас будем ходить. Буквально все домики иглу. Привет, пингвин. Какой именно иглу? Я так и не поняла, серьезно. Может, это ключ? Так, ну, последняя игла осталась. Пусто. Значит, не в этих иглах, ребята. А в каких? А в других? Где-нибудь. Так, это вот здесь мы? Где полячка? О! Так. Чудненько. Желтый это типа не мед. Ну как бы это мед сладкий, наоборот, что я говорю вообще. Хай-хай, друг мой. Ага, то есть вот это получается, чтобы взять ключ, нужно туда. А этот ключ от какого зверька? Непонятно, да? То есть я хорошо сходил туда. Спиду. Сюда. Не ожидала от тебя такой подставы. А ты что здесь делаешь? Би. Мои друзья на улице сошли с ума. Ты должна помочь нам. Я помогу вам. Помогу. Ой, главное не сгореть сейчас. Помогу я вам. Что вы сразу панику наводите? Ну подумали, друзья у вас. Немножко с приветом стали. У меня все такие друзья. Нормально. Живу как-то. Я ни при чем, меня даже фиолетовым ели. А может, они реально его съели? Я просто об этом не знаю. Игра-то давно же вышла. Да друзья у меня давно вышли. Из тюрьмы. О. Собственно, к этому видео и ключ подходит. Секундочку. Короче, ребята, я тут случайно остановила, но, в общем, я снимала. Я не снимала, видимо, да? Короче, я освободила еще какого-то ския. Для этого нам нужно было смотреть, что сделать. Это надо было вот здесь идти, вот по такому проходику, здесь прыгать по стенам, туда залезть, там был ключ. Вот сюда заходишь, в пещеру походишь. В общем, как-то так. Я думаю, я снимаю, я там пела песенку. Ладно, хорошо. Дальше нас посылают сюда. Окей, нас посылают сюда. Как тебя спасти? Что тебе нужно? Масенька, что тебе нужно? Надеюсь, не моя смерть. Йети! Ой! Кто мог
знать, что ты можешь там сотворить? В центр. Ох, мы разблокировали аркадный мир. Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Скоро будет третья часть. Всем пока-пока.